все время конфликта. Другое неожиданное событие заключается в том, что Индира Ганди была избрана на пост.
Thank you.
самых кровавых для войск США в джунглях Вьетнама. В то время как командование называет это обыкновенным крупным. Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию с СВА в демилитаризованном.